Так, почти под самый потолок. Мне нужен маленький. Получается у нас вот так, шкаф. Мужики собирают. Всем доброе утро. Поджарила картошечку. Селедка еще осталась копченая. Трапезничаем. Всем приятного аппетита. Вкуснятина. Всем хорошего дня. Вкусненько покушали. Осталась еще селедка. Так. Да, надо заполнять холодильник. Подпустел за недельку. Всем хорошего денечка. Сегодня буду еще готовить мультиварки. Вот спасательница моя, мультиварка. Такой сегодня денечек. Тюли до сих пор не могу погладить. Такие мятые они. И шторы тоже мятые. Времени нету. Еще розетки здесь у нас переломались. То есть в этой комнате, получается, на кухне, здесь нету розеток. Откуда мы их тянем? Вот отсюда. Вот черный сетевик подключается к белому сетевику. А этот черный, вот розетка. То есть это розетка, которая вывозит реально вот все. Компьютер, холодильник, чайник. Ну пока так. Всему свое время, потихонечку все сделаем. Я тебе мешаю, да? Нет. Тут все равно учитель говорит о еде. Ну, занимайся, занимайся. Слушай, что говорит. И о бабках. Куда, как родители их тратят? Вот это у нас технология. У каждого по-разному, куда кто тратит. Не у всех все одинаково. Каждой семьи свои приоритеты. Поэтому под одну гребенку объяснять ребенку, куда родители тратят деньги. Мне кажется, каждый ребенок в курсе, куда родители тратят деньги. Это еда, это счета. Это интернет, это на проезд, ну что там еще, на одежду, куда еще. Планирую сегодня пойти, еще в туалете надо прибраться. Мы как заехали, там еще ни разу не убиралось, то надо. Конечно, по-хорошему было бы вообще водоэмульсионочкой побелить, чтобы все было чистенько, опрятненько. Все убрать, там какие-то бычки, окурки, поставить ведро для бумаги, чтобы туда не выкидывать. Немножечко здесь подмести в дровинике. И планируем сегодня с сыном заняться тачками, тележками, как они называются-то. В общем, будем сегодня с ним что-нибудь планировать, делать, вытворять, сооружать. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии, что вы думаете. Я вот маленечко потихонечку, конечно, каждый день, если есть время, я не тюли глажу, а вот разбираю коробки, мешки, потихонечку разбираю, потому что это же жизнь, это нужны и тарелки, и ложки, и кастрюли, и все-все, и стаканы, и соль сегодня нашла, и ножик большой свой нашла, все это надо, вот подставочку нашла, сахар, говорит, ребенок закончился, сахар ему нашла, вчера собрали мужики шкаф, вот он стоит, он пустой. Вот, его нужно помыть. Ну, это, наверное, вечером я займусь мытьем. И буду заниматься вот эти вот в этих всех пакетах у нас вещи. Их нужно разгребать. А вот пакеты. Видите, что творится у нас? Вчера разгром здесь был. Собирали шкаф. Вон сколько пакетов. Все это нужно все-все-все прибирать. Две фляги мы закончили воды. И у нас воды вообще практически не осталось. И вот тут вот на этой маленькой верандочке у нас тоже, ну, маленечко поубавилось, но все же вот тут я прибралась, потому что сахар искала. Теперь я знаю, где что тут лежит. Масленку вчера отмыла, вот она чистенькая, все идеально. Отмыла вчера часы вот эти. Вставила батарейку. И они работали. Потом я их разобрала. Решила отогнуть вот эту вот стрелочку, потому что она прям по бумаге вот этой вот зеленой ширкала.
Поэтому я ее маленечко подняла сюда, и все, они перестали идти. Вот, блин, новая батарейка. Жалко. Такие часики классные. Вот так. Да не надо их друг в друга вставлять. А может, так и надо? Может, так они и возили, кстати? Вот. Вытаскивай, короче, пойду открою. Что за туалет-то? Я первый раз такое вижу. Стульчик. Ёпарасоты. Какой низенький. Главное... Самое главное, это стекло с ручками, с двумя. Закрывай эту богадельну. Ничего себе, вот это выдумали. Я бы не додумалась так сделать. Так, здесь бассейн стоял. Из них, кстати, можно сделать тротуар, хозяйка сказала. Из этих досок. Хотя бы как-то здесь вот, кстати, есть отверстие, можно даже на веревочке приделать и, ну, по крайней мере, вот мне для руки вообще классно. Смотрите, какая тачка у нас получилась. Снизу мы подложили деревянную штукенцию, вот такую, а сверху вот такой вот нашла тоненькую ДВПушку, прикрутила вот так железку. Все, кати сюда. Бочку помыла, а я вот с такой. Ну так это кати ее. Так и катить? А то вот сюда поставь еще бочку, может, она чуть-чуть перевесит. Может, мою тачку тоже туда поставить? Может, она перевесит тоже? Ставь. Опусти ее вниз. Она встанет на эти колеса нижние. Все. Как назад ты покатишь? А мы идем по воду, вот так вот. Вот это главная улица здесь находится, центральная, асфальтирована дорога, то есть тротуар. Вот мы и добрались до колонки. Вот так вот выглядит колонка. Это центральная улица. Вот каракатица моя катит. Вот я загрузилась и пошла спокойненько. Не, мне вот кажется, вот такую еще купить за 200 рублей. Че вот так катить? Ужас. Ты повернись спиной. Нет. Давай я попробую. На, держи. Что ты поднимал? У меня спина. О, вот так вот кати. Может, чуть-чуть отодвинуть ее, чтобы она равновесие держала. Равновесие. Довезли мы воду. Оказывается, у нас на улице все собаки пустолайки лают беспричинно. Сидим. На ней вообще ничего нельзя взять. Вот эта вот херня постоянно. Что там?
Живиня выехал уже. Да, у меня уже перепонки болят от него. Скати туда. За дом, да? Пропенил. Это интернет нам подсоединили. От того столба там на улице, который стоит вот этот перепровод. Он хотел там залезть на чердак, дырочку сделать в потолке. Я говорю, да вы что, дом разваливается, не вздумайте туда залазить. Я говорю, вот лучше так вот через дом и вот так сюда через стену подсоединить.